Какую елку покупают шведы? По подсчетам газет, вполне возможно, что не шведскую, а датскую. Безлесная Дания с успехом выращивает новогодние елки на экспорт и в этом году заработала на них 40 миллионов крон. Впрочем, елки почти одинаковые и по росту, и по цене достаточно высокие. Что же касается традиционных подарков, то они, конечно, разные по доходам. Уходящий год эти доходы отнюдь не увеличил. Если отвлечься от деталей и нюансов и взять только те цифры, которые показывают, что принесли минувшие два года среднему шведу, то картина получится такая. Цены возросли на 23%, стоимость жилья на 25%. Резко увеличилось число безработных, особенно среди молодежи. Проблемы достались в наследство новому правительству Швеции или временному, как его называют, в связи с тем, что в сентябре состоятся парламентские выборы. Но если правительство и можно назвать временным, то проблемы, ему доставшиеся временными, приходящими, уж никак не назовешь. С ними столкнется и будущее правительства Швеции в наступающем году.